Да пока я разговоры разговаривал, он уже МКС летит. Выше крана это Марс. Ниже крана и движется это МКС. 25 мая 2000. Все, не трогаю камеру. Опа! Пошел красавец. Или красавица, Международная космическая станция. Так, а сейчас он у нас должен пройти между Аполлоном и Геркулесом. Вот они. Сладкая парочка. Между ними должен пропульнуть МКС. Вот он. Наш золотой. Наша золотая Международная космическая станция. Так, тут я, наверное, буду уменьшать выдержку и параллельно наводить резкость, что, конечно, не получится. Ну, абрис можно уловить. Сейчас, конечно, ISO у меня 3200. Никаких солнечных панелей не увидим, только их контуры. Ты ж моя хорошая. Фух, как же по тебе тяжко целиться. Когда ты в зените особенно 27 тысяч километров в час чешешь. Вот это да! Классно поймалось, по-моему. Ну, хоть на секунду, ты представляешь, неожиданно. Сколько там этих панелей. Люди добрые. Так как бы это ни было лучшей, самой удачной съемкой из всех этих бесчисленных попыток. Неожиданно. С таким ISO, я думал, все будет пересвечено дико. Смотри, держу. Не удержал. Ну, очень тяжело, ребят. Вообще, я доволен. Страшно. Это облачность, может, еще помогает. Это дымка как-то. Ну да, вот тоже, тут уже все. Тут уже оно расплывается.
Вообще неплохо как. Неожиданно неплохо. Ну, вообще, сейчас уже около горизонта. Поэтому 400 километров на высоте над землей летит МКС. Размеру его 100 метров. Максимум мимо звезды какой-то пролетел. Классно получилось. Видно, скорость его была, движение. И как удачно я выбрал ракурс. Он уже практически на горизонте, я все еще его вижу, он не за деревьями, не скрылся нигде. Ну это уже просто, конечно. Все, можно уменьшать. Увеличение так снято, это было Nikon Coolpix P1000. Увеличение 125. Оптическая. И 4 цифровое. И сейчас, чтобы это было понятно нагляднее, продемонстрируем это увеличение на чудесной, красивой, почти полной завтра полнолуние луне. Слушай, классно получилось МКС снять. Сейчас я прям не терпится мне. Посмотреть. Так, уменьшаем выдержку и приближаем луну. ISO, как я и говорил, 3200. Это, конечно, сделает изображение очень зернистым, мыльным, но